Джаум Вишнупада Парамахамса, Парибра Джакачарья, Ашатарашата, Шишима, Тринанди Госвами, Абхай Чаранаравинда, Бхактивиданта Свами, Шрила Прабхупада. Первое – это Ом Вишнупада. Буквально Вишну – это Господь Вишну, а Пада – это лотосные стопы. То есть тот, кто принял прибежище стоп Господа Вишну. Вишну – это одно из имен Кришны. Парамахамса – это следующий титул. Есть четыре стадии или степени отречения. Один из них – это Парамахамса. То есть Парамахамса – это тот, кто полностью уже трансцендентен к этому миру. Вот. И Парамахамса также переводится как лебедь. Да? То есть лебедь способен отделять молоко от воды. Вот. И это высшая стадия предания или как отречения. Когда человек становится полностью трансцендентен от каких-то материальных вкусов, то есть пьет только суть, да, всегда наполнен этой сладостью бхактирасы, преданности. Дальше Парибраджакачария. Но при этом, хотя он Парамахамса, он еще и Парибраджакачария, то есть тот, кто постоянно путешествует. Это третья стадия отречения. Шрила Прабхупада, он, хотя он является преданным Парамахамсой, то есть преданным высочайшего уровня, полностью трансцендентной личностью, но в то же самое время он Парибраджакачария. Или как Шрила Прабхупада говорит, иногда Утта Мадхикари не сходит до уровня Мадхи Мадхикари для того, чтобы проповедовать. Ашатарашата – это означает 108. 108 раз великий святой. Это как бы прославление, да, то есть как 108 раз, да, увеличенное. Шишимат буквально означает благословенный. Благословенный Шрила Прабхупада. Исполненный благословение. 108 раз исполненный благословение. Триданди Госвами. Это тот, кто принял триданда саньясу. И обычно саньяси майявади, они принимают экаданду. А триданда означает, триданды олицетворяют тот, кто посвятил свое тело, ум и речь в служении Господу. Вот он, этот Триданди Госвами. Его божественная милость, следующий титул, это духовный учитель, представитель Бога, буквально олицетворение божественной милости Кришны. То есть милость Господа проливается через него. Абхай Чаранаравинда – это имя, которое Шрила Прабхупада получил при инициации. Вообще, слово Абхай, имя он получил при рождении, ему родители дали такое имя, бесстрашный. А Бхактисиддханта Сарасвати при инициации добавил ему Чаранаравинда, что буквально означает «чарана» — это стопы, а Чаранаравинда — тот, кто принял у лотосных, то есть бесстрашный благодаря тому, что принял прибежище у лотосных стоп Господа Чаранаравинда. Бхактивиданта — следующий титул, присвоенный Шриле Прабхупаде его духовными братьями. Бхактивиданта означает «постигший суть философии бхакти». Бхактивиданта. Вот. Суть всех знаний, которые заключаются, да, в понимании бхакти. Бхактивиданта Свами, имя саньяси, которое Шрила Прабхупада получил при посвящении в саньясу. Прабхупада, следующий титул, его особым образом Шрила Прабхупада принял этот титул. Изначально этот титул принял Бхактисиддханта Сарасвати. И, собственно, все ученики считали, что Прабхупада – это Бхактисиддханта Сарасвати. Но потом Шрила Прабхупада тоже принял этот титул, поскольку он был воплощением, по сути дела, милости своего духовного учителя. И он как бы возрождал его миссию опять. Поэтому он фактически начал играть роль, которую изначально играл Бхактисиддханта Сарасвати. Он был основателем Ачарьи. Но поскольку его миссия была остановлена, скажем так, и разрушена, да, то есть не воплощена, то есть ученики другой вектор взяли. Шрила Прабхупада воссоздал это и, соответственно, принял также этот титул. Прабхупада буквально означает тот, кто принял прибежище у стоп Прабху, у Кришны. Прабхупада, Прабхупада, пада – это стопы. Тот, кто принимает прибежище у стоп Прабху. А также это означает, другой перевод, это великий учитель, у стоп которого нашли прибежище многие другие учителя.
И то, и другое соответствует Шриле Прабхупаде. То есть можно видеть подтверждением его жизни. Огромное количество великих лидеров, преданных, принимает прибежище, да, у Шрилы Прабхупады. Махарадж – это уважительное обращение к саньяси, буквально значит «великий повелитель» или «царь», тот, кто обрел власть над своими умом и чувствами, буквально означает. Основатель Ачарья Искон и Бибити. То есть Шрила Прабхупада является основателем Искон, то есть Международного общества знаний Кришны, и Бхактивиданта Бхуктарас, издательство Бхактивиданты, то есть это две организации. Он еще основатель также Пищи Жизни, вот, но это как уже, да, следствие. Но вот эти особенно подчеркиваются, потому что это, ну, как бы наиболее воплощают его, что ли, миссию. Это является как основой, да, из которой вырастает множество других сейчас проектов, вот, которые преданные делают.